Правда, масок может на всех не хватить. Во многих городских аптеках закончились средства от гриппа и простуды. Как нам рассказали сегодня представители одной из сетей, за последние несколько дней горожане выкупили практически все профилактические и лекарственные средства. Поставки не поспевают за спросом. По словам специалистов, люди боятся резкой вспышки гриппа и простуды и либо запасаются медикаментами впрок, либо раскупают их уже для лечения. Нет даже обычных профилактических мазей противовирусных, оксалина, виферона, масок, самых обычных средств защиты нет. На данный момент сегодня пришло в аптеку, но маленькое количество, это, скорее всего, будет всего только дня на два, я думаю, три, хватит и все. Ожидается поступление у одного поставщика, но, как он сказал, чуть-чуть.